Всем привет! Сегодня сделаем красивый и необычный ободок. Нам понадобится 3 цвета фоамирана. По всей длине фоамирана вырезаем полосу шириной 4,5 см. Эту полосу размечаем по 5 мм. Можно разрезать по 5 мм, но я делаю еще тоньше. Делаю наполовинку, то есть по 2,5 мм. Не доходя до края, оставляем примерно сантиметр. Сделали такие 3 заготовки. Складываем в 3 раза каждую заготовку, чтобы она была потоньше. А теперь нужно склеить их между собой. И начинаем плести обычную косичку. В конце закрепляем небольшой полоской фоамирана. А лишнее просто обрезаем. Косичку немного растягиваем в длину, чтобы хватило на весь ободок. Начинаем приклеивать горячим клеем. Концы закрываем полосами фоамирана шириной 1,5 сантиметра. Вот такой ободок у нас получился. Всем спасибо за внимание, а вам желаю хорошей работы! До скорых творческих встреч!